Спонсор сегодняшней реакции – Алкарон. Космос. Geometry Dash. Geometry Dash. Угу. Geometry Dash. Level. Ага, ага. Enjoy. Enjoy. Ну, я так понимаю, да? Да. О, это же это, мемная кофточка из Animal Crossing. Да. А, по-русски песня? Да. Нет, не слышал. Будем лишь с тобой что-то там, да? Дальше не понимаю. Да, да, послушай, русский. Космос поэтому. Ого. Русские слова не разбираю. Вроде красиво выглядит. Да, зломорненько. Невозможно просто. Это был просто гипер... О, заяц! Ну погоди, его, видишь, значит, да, русская, кайфово. Да. Так «Космос» по-русски было написано. Да? Я думаю, что перевели специально. Не-не-не. Удачи. Классно. Мне нравятся эти фразочки прикольные. Нормально. Не, в смысле, других уровней тоже видел фразочки, но они же были на английском, а тут прям на русском. Ну да. Еще прикольно, видишь, спутники летают, прям перед тобой проплывают. Это... Ой, блин, это выключало. Классики. А там сзади типа черные дыры. Что-то. Получается, да? Тоже невозможный уровень группы. То, что пройти нельзя. Переводи текст, я не понимаю, что там. Да я тоже поют. Не понимаю. Я русских слов не слышу вообще. Да нет, просто обработка голоса такая сильная, что даже не, я не разобрать могу слов, разобрать да? слова, да. Космос. Название проекта «Космос». Строительная бригада «Черец». Специалист проекта «Артём». Это вот оригинал песни. Это продолжение этого уровня или это он заново начинается? Видимо, продолжение. Другая часть такая, перепрыжок. Гипер... А нет, снова этот заяц. Подожди, снова заяц. Ну, удача же было уже такое. О, метеоритный дождь. Это другая версия. Бля, укачивает. Через астероиды. Короче, это все полностью, да, космическая тематика, поэтому космос называется. Видишь, сзади черная дыра. Дыши. Дыши, дышевай, дыши. Это все сказали. Там не будет ни зависти, ни слез. Будем лишь с тобою что-то... Вот, я подожди, космос. Даже разбираешь слова. Стоп, подожди. Так это только что было такое же. Это, наверное, походу, две версии было. Да, так они так и сказали, что сказали, сначала показали одну, потом сказали оригинальная версия. Да. Но, честно говоря, я особо различий не заметила. Не, я заметила. Да, были? Да, чем-то мне понравилось, раз классно выглядит, креативненько. Ну, да, прикольно. Да, прикольно, что необычно. И по-русски. Да, и вот эти вот персонажи с «Ну, погоди», он так хорошо вписался, знаешь. И название уровня соответствует тематике.